На календаре 17 августа. А это значит, что мы едем на 10 дней в Максима Стригов. Опять. Сейчас мы ждем маму папу. Когда он приедет за нами и заберет нас отсюда. Помогите. Это должны быть насыщенные 10 дней, потому что там соревнования и мастер-классы. И я нашла себе оператора на мастер-классы, поэтому, надеюсь, мастер-классы будут записаны. Но я приложу все усилия, чтобы они были записаны. Вон он едет. 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 Ну, вот тут, ой, как говорит, понятно. И коротко о том, как мы собираемся. Да, папа? Да. Не проедься по мне, как по сумке с едой. Дина, ты насрать на меня? Что? Прощальную речь. Любви, удачи, терпения. Че, больная, какой нахрен любви? Что все у нас там было вот так. Что мастер-класс был вот так вот. Что Хрюша с Ластом себя вели вот так вот. Кажется, дома я говорила, что мы взяли кучу вещей. Мы еще и на конюшне взяли кучу вещей. И теперь мы с Региной едем просто. Это полный пи***ц. Папа! Это просто кошмар. Еще у собак там куча барахла, еще там. Хрюша! Где ты? Алло! Тут мы приехали, мы живем вообще зашибись, наши лошади точнее, мы прямо у выхода и у входа, просто замечательно, у нас тут хорошая конюшня, потому что в прошлый раз мы стояли, там было очень жарко, а тут прям прекрасно. Настик, тебе вкусненько? Вот тебе. Спасибо. Когда навел красоту на шкафу, ой, ну, среди монеток. Подальше. Вещички. Да, лошади-то у нас поселились хорошо, а вот мы, вот нам надо оттуда все вещи подпускать вот сюда, на второй этаж. Ну как вам там снизу? Папа. Так, мы собираемся в магазин. Наверное, собираемся. Я не знаю. Мы приехали в магазин. Больше блок, это больше. А потом я буду наесть, у меня жирная жопа. Но мне как-то пофиг. Все, бежим. Все, надо потом выкладывать. Так, что из этого я хочу? Ах да, ах да. Так, на самом деле я школьник, который может брать только соки. Когда хорошо закупился. Так, ё-моё, теперь это надо как-то дотащить до дома. Где? Где мой автомобиль? Ой, нажрусь-то, нажрусь, господи. А потом буду ныть, что у меня жопа жирная. Я не поняла, почему мы до сих пор не едем. А, ну, окей, мы подождем водителя, пожалуй. Мы вернулись в прошлое. Вернули 2007-й, почти что. Окей, пора заканчивать. Отсиживать свою жирную жопу и начать работать. Внимание, знаете, кто это? Вот эта вот лошадка и вот этот вот человечек. Ты моя хорошая! Хорошая! Это Сафани. Всех очень интересует. Папарацци, Сафани. Я бы сказала так, это было неожиданно. Но пока мы идем смотреть, где можно пошляться. Да, Ласта? Ласте, просто зашибись. У вас-то все прекрасно. Идеально. Идеально, да, Ласта? И. Ну что вы не гуляете-то, звери? Они приехали как к себе домой. И. Ну-ка, я поздоровался. На, на, на. Ну вот что за лошади, вот скажите, вот что за лошади, вот кто так в левадах гуляет? Бестолочь. Так, ребят, я вам хочу сказать, что как бы, ну вот, как бы ночь,
как мне завтра стартовать, а я вот еду на велике, еду в гостиницу и только что ставила маршрут. Ну, что я могу сказать? Вообще нормально. Даже я бы сказала, ну, не прям не серьезно. А вот по связочкам, которые мне придется на кобыле завтра скакулять, ну, придется попыхтеть. Но зато высота не такая, ну, блин. Окей. Завтра я постараюсь сделать там прям пипец. Какую-нибудь жесть. Интересно, получится. Ну, пора бы уже начинать резать и т.д. Так, все, едем домой. Нафиг. Все, в жопу. Спать, жрать хочу, не могу. Господи. Я пришла настолько поздно, что собака мне радуется только лежа. I wanna do, I wanna do my dance.